Привет, друзья! Вы на канале Crypto Waves, и сегодня мы поговорим о терминале Parsec Finance. Но для начала я хочу вас попросить подписаться на наш телеграм-канал. Там самая актуальная информация о криптовалютах, о том, как зарабатывать на NFT, токен-сейлах и многом другом. А сейчас перейдем к обзору. Очень удобный терминал, где мы можем узнать всю актуальную информацию о криптовалютах, а также, что очень актуально, посмотреть, что происходит на рынке NFT. Итак, давайте посмотрим. Я открыла самый стандартный вид этого терминала. Здесь можно посмотреть графики. Удобные разные маркеры есть, можно изменить все, посмотреть, оценить, что происходит на рынке. И также для тех, кто активно интересуется криптовалютами, для работы есть очень много полезных функций. Например, часто бывает, что то, что происходит на рынке, очень сильно связано с какими-то новостями. Здесь вы можете зайти, все самые актуальные новости посмотреть. Ссылки открываются, переходите на сайт, сразу все становится понятно. И также есть более подробные инструменты, более такие эксклюзивные, скажем так. Вот, например, цены ликвидаций, при какой цене будут... какого размера ликвидации, вот здесь в эфире, либо можем выбрать другие валюты. Часто бывает, что рынок идет именно к этим ценам, двигается. Можно посмотреть, опять же, как для какого-то технического анализа, для себя вынести какие-то выводы из этого. И также есть некоторые другие инструменты. Причем их можно под себя подстраивать, сохранять профили инструментов, которые вам нужны. В принципе, я думаю, это очень удобно для работы. Здесь мы можем посмотреть разные параметры. И что меня очень интересует, это в первую очередь, конечно же, рынок NFT. Можно выбрать, опять же, более около 10 разных позиций. Везде есть, опять же, ссылки, можно открывать, смотреть. Сейчас мы смотрим Mint NFT. И здесь вот есть Collection Table. Посмотреть, какие коллекции сейчас находятся в топе. Можно также сортировать их по флор, по низшей цене, по различным продажам, объемам продаж. И у каждой коллекции, посмотрите, есть ссылки справа. Вот мы видим, например, коллекция с самой высокой нижней ценой. Можно открыть ссылку, перейти на сайт, сразу посмотреть, что это за коллекция. Вот это самые дорогие NFT-шки сейчас. Открываем OpenSea, сразу смотрим. Посмотрим, сколько стоят эти NFT. Можно тут отсортировать. В общем, очень удобно. Можно сразу переходить, смотреть, кто какие NFT покупает. В других функциях это доступно. Посмотреть, отсортировать либо в эфире, либо сразу в долларах. И можно перейти также в Discord проектов. Часто самая актуальная информация находится именно в Дискорде. Ну вот, посмотрим криптопанков также. Открываем сразу OpenSea. Все достаточно тут доступно, интересно. И для своего какого-то анализа, чтобы посмотреть, какие NFT сейчас актуальны, на что стоит обратить внимание, это, я считаю, очень полезно. Вот можем посмотреть трейдинг NFT, кто что покупал в последнее время, какие NFT актуальны и популярны. И сразу же перейти посмотреть транзакции, которые
транзакции, которые осуществлял продавец этих NFT, посмотреть профиль продавца на OpenSea. Вот такой удобный инструмент. Спасибо, что посмотрели видео. Обязательно подписывайтесь на YouTube канал, на Telegram. Очень много полезной информации о том, как заработать на рынке криптовалют. Всем пока!